После небольшой экскурсии по аудиториям института глава муниципалитета Алексей Спасский поблагодарил студентов за активное участие в жизни округа. Институт на территории дает возможность, ну скажем так, в более легком порядке объединять молодежь, активную молодежь в какие-то неформальные объединения, которые могут участвовать в социальной жизни, а где-то, может быть, даже и в политической. Волонтерское движение в стенах Московского регионального социально-экономического института существовало с самого момента его основания. Сейчас штаб добровольцев возглавляет Валерия Борейко, студентка второго курса факультета коммерции и бизнеса. У нас достаточно желающих. Это все первокурсники, старшекурсники, также ученики колледжев и институтов, которые мечтают примкнуть к рядам волонтеров и защитников соцсред всяких. И мы занимаемся просто активной деятельностью, которая помогает развиваться нашему городу. В студенческом волонтерском штабе около 50 человек. Среди них первокурсник Святослав Фартусов, который присоединился совсем недавно. Мне предложили поучаствовать в этой акции, и я, естественно, согласился, потому что это в любом случае какой-то опыт. Общение с людьми. Мероприятие прошло в формате беседы. Студенты обсудили с Алексеем Спасским работу своего волонтерского штаба в первую волну пандемии и поставили задачи на текущий период в связи с изменением эпидемиологической ситуации в округе. Существует много слоев населения, которым действительно нужна наша помощь. Это могут быть пенсионеры, малоимущие, многодетные семьи. И в нашей стране список можно вообще продолжить до бесконечности. Но, тем не менее, я рад, что в нашей стране и в нашем крае конкретно идет новая страница в истории нашего волонтерства. На встрече молодые люди активно задавали главе интересующие их вопросы. Какие вы еще ставите задачи перед молодежью? У нас очень много талантливых ребят учатся, которые готовы были бы участвовать в проектах по благоустройству нашего города и Ленинского городского округа в целом. Мы готовы принимать любые, единственная просьба, любые формы вашего участия. Единственная, это же не просьба, пожелание, а если хотите требования с нашей стороны, это должна быть такая системная работа. Студенты-добровольцы признаются, что они самая активная часть общества. У них много сил и энергии, которые так нужны в волонтерском деле. Такие светлые ребята с хорошими вопросами, с хорошей речью, с хорошей, знаете, с хорошей эрудированностью, я бы так сказал. И те вопросы, которые они задают, они в большинстве своем не какие-то местечковые, касающиеся себя, там вот кого-то обидели или что-то не дали, а касающиеся проблематики, которая касается или затрагивает интересы либо микрорайонов, либо в целом округа. В заключении встречи Алексей Спасский предложил организовывать такие мероприятия на постоянной основе. Наталья Буслаева, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ.